Всем доброе утро. Я вчера сделала то, о чем я очень сильно мечтала. Короче, вчера Андрей допоздна работал. Мы договорились, что он будет работать допоздна. А у меня был план уложить до нулика и начать заниматься ногтями, потому что эта процедура очень длительная, потому что я делаю ее впервые. И говорю, что приезжай поздно. Я как раз буду спокойно сидеть, ему не будет скучно, короче, типа, все будет окей. Вот. Но Данулька чуть-чуть плоховато спал, и, короче, уже аж где-то в 10 я смогла только уложить нормально Дана. И пошла заниматься тем, что мне уже давно прислали, то, что недавно заказала, но все никак не решалась на это. Но, насмотревшись снова всяких видосиков, вдохновившись, я сделала то, о чем я так сильно мечтала. Я нарастила себе ногтики. Сама нарастила ногти. Представляете? Сама. Ну вот, видно, что не супер хорошо сделала. Тут горбик есть, а тут я его не доделала. То есть не сделала хорошие... Как это называется? Такие хорошие, типа, горбы, как надо. Не выровняла четко пластину, типа, кругом правильным. Вот на этом... Более-менее, но опять же, вот здесь сильно ровно, здесь должен быть больше горбик посерединке. А здесь тоже, здесь более-менее, но вот, вот на этом ногте уже прям хорошее получилось. На вот этом ногте, нет, нехорошо, есть впадина. На вот этом тоже впадина, в общем, не добавила вот здесь вот геля. Вот, на вот этом хорошо сделала. На этом нет. Но, в общем, да, мне удалось нарастить ногти. Это, кстати, не так уже сложно, как думала, но я представляла, что это будет немножко легче, чем получилось. Но, блин, это обалденно. Сейчас вам покажу. Это, кстати, меняющие цвет лаки. Я чуть попозже вам покажу, как они меняют цвет. Потому что сейчас хочу привести себя в порядок, накраситься. Но мне кажется, если я первый раз делала наращивание сама себе по видосикам, просто там, где Маша Крейт, Анастасия Нейлс и Татьяна Бугрит делают просто маникюры и снимают это, и, блин, и это так офигенно. И мне просто получилось, представляете? Это так было обалденно. В общем. Ну, вот, да, видите? Не супер качественно. Правая рука очень сложно дается мне всегда и для окраски ногтей, и для всего. А вот левая у меня всегда более-менее идеальная, потому что левую мне проще красить руку. Ну, в общем, это мой первый маникюр. Это не проплешины, это меняет цвет лак. Чуть вам позже покажу. Сейчас накрасимся и пойдем, я буду показывать, как он меняет цвет. Я сейчас, кстати, длительный период делаю себе... мне сам тональник не подходит, да, и я не люблю тональники. Мне очень тяжело для кожи, это неприятно, когда есть очень много на коже разного макияжа. Вот. Но я комбинирую, потому что каждый раз я использую вот этот вот солнцезащитный как базу, он мне очень нравится. В будущем планирую купить себе, конечно, базу нормальную. Но сейчас использую его, вот, и комбинирую, делаю себе бибишник. Наношу немножко тона на руке. Потом наношу крема и все это смешиваю кончиком. Вот. Соотношение немного больше крема, чем тональника, для того, чтобы лицо не присушить, потому что это фейсит, очень сушит. Он очень жирный и очень сушит, хотя там написано, что типа без масла, без жира. Вот, для нанесения использую такую маленькую кисточку, размешиваю кончиком. Сейчас вам покажу цвет, какой получится. А кто там не приполз? Да, это Дан. Если вдруг ты его искал, он здесь. Так. Вот такой вот кремчик у меня получился. Он хорошо подходит к моему лицу. И сейчас вам покажу лайфхак, которым я уже пользуюсь несколько дней, который нашла, вспомнила, вернее, я его давно знала. Но сейчас вспомнила. Сейчас, одну минуту. Во-первых, под глаза я отдельно, на глаза и под глаза я отдельно кремчик наношу. Сейчас, одну минуточку. Привет. А вот еще, пожалуйста. Человек, иди сюда. На этой лопок.
Мне кажется, слишком тяжело выглядит на лице. Ну, по крайней мере, мне так кажется. По крайней мере, мое лицо сильно так ощущает, как будто бы на него штукатурку нанесли. Да, вот там не супер идеально, у меня там чистая кожа, не супер идеальный макияж, но он комфортный, и мое лицо, вот, если я наношу тональник, все это, оно ужасно. А сейчас, когда я пользуюсь вот так вот, как я подобрала уход для своей, на коже то, что, как я себя чувствую, уж хорошо, у меня, наконец-то, перестала жутко прыщить кожу. Последнее, что я отошел, и буду показывать лайфхак. Когда-то я, сидя на стаканчике, увидела один интересный метод и думаю, почему бы его не попробовать. Но потом я со временем его забыла и не пробовала. И недавно, сидя здесь, делая себе макияж, я вспоминаю об этом лайфхаке. И вспоминаю, что я его хотела попробовать, но так по каким-то причинам я о нем забыла и не попробовала. И думаю, вот, сейчас то время, когда я вспомнила, и можно на себе опробовать эту штуку, потому что у меня все для этого есть. Сейчас буду показывать. Одну минуточку. Все, полностью, идеально выровнялся тон. Так, у меня есть вот такая вот бесцветная пудра. И что мы ею делаем? Мы не используем никакие консилеры, мы не используем никакие корректоры. Мы берем нашу пудрочку, собираем этой же кистью, которую вы наносили, тональник, и вот так густенько делаем сюда под глаза. Она сделает сейчас свой эффект, и потом мы растушуем. Но пока нам нужно вот именно нанести очень четко сюда под глаза. Под глаза это первое, куда... На глаза это первое, куда мы наносим. Во-первых, эта зона подсушивается. Во-вторых, светлеет. В-третьих, выравнивается. Так, видите? Этот глаз и этот. Видите эту разницу, да? И это реально действует? Она не закрашивает, а она именно выравнивает тон твоей кожи, но это бесцветная пудра. Короче, это настолько обалденный лайфхак, которым я теперь пользуюсь каждый день, и это прям реально офигительно. Да ты шо? Мне кажется, многие заметили, что лицо выглядит свежее сейчас у меня, чем там, например, видео недели назад, две недели назад. Конечно, еще дают узнаки то, что Дэн спит всю ночь. Когда есть какие-то вот эти вот неровности прыщей, мы тоже туда очень хорошо наносим пудрочку, чтобы она действовала хорошо там. Я вот здесь в эту зону всегда наношу. Хорошо так. Сейчас еще возьмем. Вот сюда, вот сюда. И также у меня такой не супер четкой зоной является подбородок. Привет. Мне кажется, видно, что тон кожи выровнялся, все вот эти вот неровности выровнялись. И сейчас мы не убираем этот, ну, оно же не сильно даже видно, что оно там нанесено как-то очень сильно. Но если где-то есть лишние участки, которые нужно стереть, у меня бесцветно, я не пользуюсь ей сейчас на постоянной основе, я использую ее как осветлитель кожи. Вот. Нет, не лезь к телефону, пожалуйста. У меня сейчас в роли пудры вот это вот от The Balm, Sexy Mama, мне она очень нравится, потому что она матирует очень хорошо кожу и выравнивает тон. Сынок, пожалуйста. Держит. Ну, сынок, пожалуйста. Опять же таки, мы растушевываем все то, что мы нанесли, покрываем поверх, и у нас, в принципе, тот же эффект, который идет от тонально, от базы, основы от всего вот этого, и мы получаем ровный, здоровый, светлый тон кожи. Сыночек! Зайчик! Скажи, мам, ты за 10 минут бобнись и бобнись. Может, хватит? У тебя влоги столько не проходят. Поэтому, девчонки, пользуйтесь лайфхаком. Он реально обалденный. Я думаю, может быть, на видео типа это не так выглядит. Но каждая девочка, если у вас это есть, есть такой набор, почему не попробовать? И вы увидите реально офигительный эффект, который мне прям вообще очень нравится. Тот эффект, которого я не могла добиться средствами.
При этом, если я пользуюсь средствами и наношу все эти корректоры, у меня жутко прыщет лицо, забиваются ужасно поры, короче, лицо становится ужасным, шелушится и всякие такие вот происходят штукенции. Мое лицо требует только бережного, аккуратного нанесения, оно тогда не жирнеет, потому что жир это противостояние кожи, когда тебе не подходит что-то. В общем, нужно научиться подбирать себе уход для того, чтобы лицо выглядело хорошо. Вот, все. Считаю, что очень даже хороший тон кожи получился, не используя тональников, не используя всех этих таких средств жестких для кожи лица, а используя только кремчик легкий и пудры. Это прям получается обалденно. Так, и бронзер у меня сейчас вот такой Betty Lou. Вот забавно тоже. Вот. Я его использую на постоянной основе. Если мне прям хочется какого-то более светлого, то я использую... Вообще, типа, бронзер вот такой коричневый считается ночной, а для дневного макияжа подходит... Нет, не этот. У меня есть еще такой вот розовый. А для ночного использую... Ой, для дневного Hot Mama используется более персиковый, но это считается более натуральный и более такой, что можно поверить в то, что это скул, а не херакнутый коричневый цвет. Вот. Но я использую коричневый цвет днем. Ну, у меня темные волосы, у меня темное лицо, в принципе, смуглая кожа, поэтому нормально. И я сейчас вам покажу тоже один лайфхак, который я тоже и сама придумала, сама додумалась. И эффект мне нравится. Ну, по крайней мере, вот реально. Я не советую, как будто бы, типа, я где-то эти... Ну, это чисто мое мнение, чисто какие-то мои находочки. И это тот эффект, ну, вот я подобрала все то, чего я не могу средствами найти какими-то специальными. А вот средствами, которыми у меня подручные есть. И я добилась того эффекта, который я пыталась сделать, но у меня его не получалось. Смотрите, у меня есть вот такой вот пигмент от Мака, он у нас беленький, я беру его, беру вот эту вот кисточку такую, беру на кисточку его, вот так вот, и осветляю здесь вот эти участки, которые это надо делать хайлайтером, а я делаю это пигментом белым. Ну, он полупрозрачный, но он хорошо осветляет и придает реально блеск. Он же не крупного помола, а вот он именно типа... Реально делает эффект осветления, просветления. И вот, я кайфую, потому что это то, чего мне не хватало. То, чего я не могу найти, с помощью каких средств добиться такого результата, как я хотела бы. Все. Стандартные дальше идут, это у нас всякие тени, тенюшечки, всякое такое. Для губ я вообще забыла нанести. Вот сейчас, когда у меня будут тени, блин, здесь нет моей бальзамической помады, но я имею в виду такую, которую не пальчиком наносить. Вот, от Carmex, у меня есть разные. Я наношу густо, для того, чтобы губки вспухли, обалденно увлажнились. После чего с ними можно проводить другие манипуляции. А этот бальзам держится на губах, пока я сейчас буду заниматься глазами и тенями. Ой, и бровями. Значит, сейчас у меня любимая палетка снова от Anastasia. Уже здесь все затерлось. Использую я такие цвета. Кипрес Амбер. Вот это вот беру как... А, нет, первое это беру основу. Вот эту вот. Темпера. Я не уверена, что у меня четко правильная дикция. Вернее, не дикция, а правильно я читаю с той нужной информацией, интонацией и вообще правильной почиткой. Потом беру этот киприс, который я вам уже показала. Все это варм толпом блокирую вот здесь вот по сторонам.
что-то я тут переборщила с этим уходом. Поэтому будем исправлять это все светлыми тенюшками, которые использую для базы. Для того, чтобы эффект был одинаковый. Все. Так, потом поверху. У меня уже 3 года я использую вот такую вот подводку для глаз от Maybelline. Хочу ее снова купить, потому что она 3 года не сохнет, и я обожаю ее. Самая удивительная вещь, которую я только в своей жизни пробовала из подводок. Это именно не карандаш, а жидкая подводка, которая уже сейчас, на данный момент, спустя 3 года, работает не так качественно, как раньше. Но я не люблю сильную подводку. Я люблю более типа карандаш, но не карандаш, а вот именно подводку. Ну вот, как всегда, работа со стрелочками. Хотела одну сделать, по одному вернее. Как всегда, получилось чуть ярче, чем я планировала, поэтому придется вторую делать такую же яркую. Так, ну, вроде бы похоже. И для бровей использую сейчас Анастасию, надо снова сделать ламинирование, но все, нет времени записаться. У меня нет времени найти просто девочку, у которой и ламинирование бровей, и ламинирование ресниц, и все это, чтобы было по адекватной цене. Так, одна бровь готова. Боже, 22 минуты с вами красимся, представляете? Ну, сегодня будет чисто такой болтовлог с вами о макияжике. Брови готовы. Теперь делаем ресницы. Ресницы у меня тоже от Lancome. Я себе вот так вынула эту кисточку для удобства красить. Мне так удобненько. Теперь я немножко стираю бальзам для губ. Губки уже влажненькие, мягенькие. И от Лореаля наношу жидкую помаду, которую потом стираю, и она остается пигментом. И она не жесткая, она не рвет губы, короче, не пересушивает их. А вот дает матовый эффект. И хорошо держится в течение сегодня. Макияж мой готов. Я очень довольна. Останется только стереть этот добровки, конечно.
Вот почему я делаю ламинирование окрашивания, потому что, ну, не ахти я, не профи я в бровях. Да и ухоженнее они намного выглядят, когда за ними я ухаживаю. Блин, у меня так отросли брови и стали шире, но я не хочу их корректировать, хочу, чтобы мне подкорректировала девочка, которая умеет это делать, для того, чтобы сделать красивую, ровную, одинаковую форму, которую я не могу добиться уже 20-е годы. Так, такие губки. Теперь смотрите. Они остаются малиновыми. Смотрите. Все. Вот так вот. И все, они теперь не отпечатываются, ничего, держатся себе спокойно. И губы накрашены, и в течение дня не накрашены, боже, как же мне нравится тон кожи. Он выровненный и легкий очень. То есть нет ощущения макияжа на лице вообще. Все, теперь идем приводить. А еще смотрите, какая у меня красота тут в спальне стоит. Ты откуда? Соска. До нульки обрезала ногтики, наушники и... Цветочки. Но я тебе не дарил цветочки. Да, это мой любовник. Ты думаешь, с кем я провожу время, когда ты на работе? С любовником. С Даной? Нет. С любовником. Да, девочки? Боже, как же я люблю эту нежную булочку. Булочку? Булочку. Такая попочка. Такая сладенькая. Я уже поубирала дома, пока Андрей кормил Данулика, пропылесосила. Загрузила стирку. Вчера вечером с Даном погладили белье. В общем, у нас чистота, порядок. Цветочки подрезала, потому что мне нравятся такие маленькие цветочки. Подрезала, поставила. Блин, вазочки все никак не купим. Вот. И проветриваю эту часть дома, пока Дана здесь нет. Я закрою здесь окно. Андрей побудет здесь сейчас с Даном, пока я там уберу на кухне. И открою здесь дверь, чтобы проветрить эту часть дома. Да? Да. Вот, два этапа. Кстати, термозащита вот эта. Ладно, сейчас расскажу. А у нас тут, кстати, вот такая вот осень. Сейчас закрою спальню. Мика! Осень красивая. А листики желтые лежат. Прям обалденчик. В эту качельку часто сажу до нолика, когда сама собираюсь на прогулку, потому что, чтобы подготовить коляску, мне нужно, чтобы он побыл в этой штуке. Или же, если у него нет настроения побыть самостоятельно, то мы с ним идем вдвоем и вытаскиваем коляску. А так обычно вот здесь он сидит и ожидает меня эти 3-2 минуты, пока я достаю коляску и расстилаю ей плед. Вот. На обед, кстати, у нас будет сейчас сосиски, у Андрея будет микс вермишелей, будет паутинка и вот такая вот рисовая. Кстати, нам очень понравилась эта рисовая, имеет очень необычный вкус, и, блин, она реально обалденная, вкуснее, чем обычная. А у меня будет роллтон. Мы потели на эти роллтоны, покупаем их постоянно. Так, это поставить сюда, тут протереть нужно. Это сок закончился, его выбросить надо. В общем, сейчас буду приводить в порядок. Тут у нас чаек. Это сложить. Это мы сейчас будем обедать. Вот. И Данулькин стол хочу сейчас отмыть и убрать вот это. По поводу этого кондиционера для волос, термозащита плюс защита цвета, мне он очень нравится, потому что волосы очень хорошо расчесываются, не жирнятся после него и хорошо защищают. В общем, мне кажется, он тоже дает о себе знать, когда защищает мои волосики и вот в процессе их восстановления. Так что вот такая вот штучка. А еще Кира вчера пришла к нам с подарками. Это, наверное, не вчера было. Вот это вот. Это подпишись и лайк. Красный гелик для Данули. И вот нарисовала меня и Андрея вот таком вот сердечке. У нас сейчас в Вайбере часто нам присылают наши фотки какие-то, находят и рисуют такие сердечки. И вот она их отобразила в реальной жизни на картинке. У меня всегда недельку, а то и две, а то и до следующего рисунка. Ну, обычно до следующего рисунка висят ее картинки. Это, кстати, в Алании. Этот магнитик мы покупали. Так. А это мой
подарочек Андрею с наклейкой «Хочу на море». С Мишкой таким. Вот. А, и это рыбка. У нас висит тоже для Данулика. Вот такие вот дела. Все, занимаемся уборкой. Сейчас Дану еще суп надо будет приготовить. Все, с помощью небольшой магии кухня превратилась в чистоту и порядок. И я обещала вам показать, как меняет лак цвет. Значит, вот под теплым воздействием. Под теплым воздействием цвет вот такой вот. Теперь холодное. Готовы? Вот разница. Еще раз для сравнения. Обалденно, да? Мне тоже очень нравится. Дануля. Всё. Дан, покажи, пожалуйста, ребята. Ты поел суп? Короче, сейчас пойдем умываться, переодеваться и будем идти сейчас гулять спать. Все, собрались мы вышли. Дануля уже спит у меня. Я иду гуляю и хотела рассказать, что я недавно Андрею показывала, как детки едят некоторых, и что они все по себе размазывают, в округе все размазанное. Я такое прям вообще не могу, мне прям это очень сложно, потому что я себе не представляю, как это позволяет ребенку приводить все в такой беспорядок. Но я учусь относиться к этому очень просто, потому что это этап развития ребенка, очень важный. Насвинячить, потом это развитие, насвинячить и убрать за собой. Поэтому учусь. Вот. В общем, Дануличка супчик покушал, я его быстренько одела, и мы вытащили коляску и с ним вышли. Пока дошли к выходу, он уже уснул. Так что он у меня спит, я сейчас буду гулять. Есть планов пройтись в парк, потому что он спит обычно на улице 2 часа, а бывает часто так, что 2,5, и это очень удобно. В общем, есть возможность идти аж к парку, а потом возвращаться домой потихонечку. Вот. И, блин, на улице ужасно холодно, но ничего страшного. У меня одеты все перчаточки на себе, а помимо этого у меня, в принципе, как бы теплые карманы периодически бывают. Но я думала себе зайти только что кофе взять. Потом я вспоминаю, блин, я не могу брать кофе. Я только одну чашку кофе, и то у меня как кофе. У меня вот столько вот чашка. Так, одну минуту, у меня коляска уехала. Вот чашка, вот столько у меня молока и столько кофе. И это все, что я выпиваю с утреца, и все. Потому что когда я себе начала позволять по 2 чашки таких выпивать, Дан перестал спать всю ночь, хотя уже мы дошли в какой-то момент, помните, когда ты рассказывала о том, что морально было сложно преодолеть, когда он переплакал и начал сам засыпать и спать целую ночь. Вот. После этого я такая, типа, да ладно, 2 чашки. И все. И началось так, что Дан просыпался очень часто у нас. Ну и вот уже 2 недели практически. Не пью, 2 чашки пью, 1, и Дан снова очень хорошо спит ночью. Тьфу-тьфу-тьфу, зачем я это сказала? В общем, дилемма у меня, потому что согреться нечем, потому что чай я брать не хочу. Я не сильно люблю чай, в свое время я его очень сильно перепила. И во время беременности у меня постоянно были всякие бактерии, мне говорили пить много чая. И я всю беременность перепила чай, что я просто не могу пить чай. А что-то брать по типу сока, холодно на улице, это я такое дома пью. В общем, греться нечем, ну, если только венцом, но будет странно. Вот. Так что я сейчас иду, гуляю с колясочкой, и Данулька
Он меня спит, я еле его отмыла. Пока я его мыла, он смеялся, потому что я у него называла его свинкой Пеппой и хрюкала. Он с этого встукался. Короче, это было очень мило и смешно, когда мать называет ребенка свиньей и хрюкает, а он ржет с этого. В общем, такие вот дела. В общем, я поняла, что не могу я снимать уже каждодневные влоги, потому что это немножко меня уже подбило. И с рождением Дана я поняла, что я не могу стабильно так же выкладывать влоги, как я это делала раньше, потому что ресурс мой исчерпывается и не восстанавливается. Поэтому даю себе по пару дней отдыха. В этот момент я отдыхаю. Могу не краситься, могу не приводить себя в порядок. У меня дома может быть беспорядок. Вообще, может происходить все, что угодно. И я не снимаю, и мне не надо думать о том, что нужно что-то отснять. И мне кажется, я более тогда выдаю продуктивные влоги, рассказываю вам о чем-то, делюсь чем-то. В общем, мне есть тогда что показать, нежели тогда, когда я снимаю каждый день. Потому что, по сути, каждый день показывать нечего, а выковыривать я уже не могу, потому что из-за этого я очень напрягаю свой мозг о том, что, господи, нужно что-то отснять, что же отснять, в общем. Поэтому, ребят, влоги не будут каждодневные. Я так не могу, я это уже давно поняла, просто не говорила вам это, а не снимала часто и не выкладывала влоги. Вот. И скажу так, намного проще. Потому что раньше у меня было все время для себя и время на YouTube. Сейчас у меня время на себя, на мужа, на дом, на ребенка и на YouTube. Вот. И могу сказать, господи, мы с Андреем так сейчас жалеем о том, что столько лет мы потратили просто впустую. Столько всего не делали из-за каких-то убеждений своих, чего нужно было начать делать намного раньше. И я на 100% уверена, что сейчас бы было у нас намного больше возможностей. Мы бы имели намного больше, чем мы имеем. И, блин, я сейчас это вот так понимаю, и это прям капец. У нас с Андреем сейчас есть процесс запущенный, мы пытаемся... В общем, каждому ребенку в Украине приходят деньги, ну, как и в каждой стране. И мы не используем уже давно эти деньги, а пытаемся туда на карту доложить всю сумму, которая была изначально, чтобы на его карте были все его деньги, которые начали приходить с самого начала. В общем, пока мы идем к этому. Ну, то есть в процессе мы это делаем. Не то, что это запланировано, а уже это делается. И есть идея эти деньги не трогать пока, а на что-то эти деньги потом до нулику потратить. Какое-то такое, ну, собрать эту сумму, доложить что-то свое и что-то ему придумать. Вот. Поэтому такие вот у нас дела. В общем, ребята, я сейчас понимаю, ну сколько же я... Столько времени тупила, мы с Андреем тупили и много чего не делали, чего надо было начать делать раньше. И, блин, не упускайте возможности, потому что жизнь у вас одна, и нужно действовать каждый день. И, блин, ну, я не знаю, как вам объяснить свое понимание сейчас. В общем, как же мы просрали пару лет. Ну как пару лет, практически 3 года нашей совместной жизни мы просто тупо просрали. Ну как просрали? Мы наслаждались нашей жизнью и ни о чем не думали. Вот. А с появлением Дана наша жизнь вот так вот поменялась, и мы начали думать. И, блин, сейчас мы понимаем, что сколько мы упустили возможностей ранее, это просто словами вам не передать. Фух. Буду слушать дальше. Обалдеть, представляете, только что иду, приходит мне оповещение в Инстаграме. Я выставила сегодня Инстаграм
свой наручный маникюр отметила Машу Крейт и Татьяну Бугрей. Татьяна Бугрей мне ответила на мою историю. Так приятно. Сказала мне, в каких моментах я неправильно сделала. И кинула пару ссылочек, которые сказала, что мне помогут в работе. Блин, обалдеть. Это очень классно. Мы пришли домой, и у Мики тут немножко любовь. Да, Мика? Че, она выперлась на меня, да? Мы пришли домой, немножко намокли. Ну, я намокла, да, нет. Ку-ку. Ку-ку, скажи всем привет. Ой. Короче, у нас Валюшки. Ну, у Даны процесс серьезный там происходит. Я жду, когда он закончится, и мы сможем пойти убрать приятный запах, который при всяких природных, очень серьезных процессах происходит. На, сынок. Ой. Ползи сюда. Ползи ко мне. Ползи к маме. Ползешь? В общем, чуть-чуть намокли мы, но это ничего страшного. Но мы сегодня такой кросс, конечно, сделали, такой кросс. Мы обошли несколько разных кварталов. Я сходила в этот парк, в который планировала сходить. И потом еще смогла пройтись обратно, потом через район и домой. Короче, у меня там такой круг был. Теперь ноги отваливаются. Ну ничего, скоро у меня придут часы, они уже заказаны. В общем, мы когда-то с Андреем еще когда жили в доме, жили в другой части этого дома, там, где сейчас у нас гостевой апартамент, мы когда-то очень сильно загорелись часами. Сначала Apple Watch, потом у Samsung вышли такие же красивые часы, как у Apple Watch, только круглые. И я, например, сильно захотела на тот момент те круглые часы. И мы прям о них мечтали. Ну, и они дешевле стоили Apple Watch. Сейчас рационально я не понимаю, зачем покупать Apple Watch и эти Samsung. Потому что, в принципе, никакую особо большую функцию они не несут. Поэтому заказала себе типа Xiaomi. Там все как бы есть. Но я покажу потом, скоро будет обзорчик на них, распаковочка. И наконец-то скоро сможем замерять, сколько шагов в день я делаю. У меня где-то там вообще в приложении, по-моему, там 2 месячные отмечаю. У меня там считаются шаги все время автоматически. Но это не то, телефон же не всегда в руках. Где Дан? А он возле коробки. Ну да ладно. Так что вот такие вот дела. Я уже жду их, они на Мистэкспресс попали. Вроде уже где-то в Украине, может быть... А, они должны быть завтра или послезавтра в отделении, я их смогу забрать. У нас на завтра очень много планов, потому что... Вы видите, да, эту любовь с собакой. Мы записались... чтобы можно было это более подробно видеть. Мы записались, в общем, на этот. У нас замена шин. Завтра будем менять уже на зиму. Записались там, где мы это обычно делаем, потому что Андрей с зимы на лето менял. Вот когда мы купили машину, у нас была на зимней резине машина. И мы меняли. И Андрей записался другое, короче, намного дороже, и нам не сильно понравились услуги замены там колес. И вот мы когда-то нашли, вроде на Богатырской улице, короче, на Оболоне нам когда-то с нами поделился друг шиномонтажкой, и мы там диски рихтовали, и везде дороже замена шин, а там дешевле, но там, блин, нормально меняют. Вот, поэтому мы записались, потому что у него сейчас уже запара начинается, а вот мороз должен быть ночью, в среду, поэтому мы едем менять на зимнюю резину во вторник, потом...
Но я не мешаю их любить. Мика его обожает, он ее обожает. Что я говорила? Менять будем резину, в общем. Потом нам нужно купить подарок на юбилей. Потому что у папы Андрея юбилей. В среду получается, да? Сегодня какое у нас 9-е? Завтра 10-е, 11-е. Да, в среду юбилей у него. И что там еще? Что-то еще мы планировали? Не знаю. В общем, может быть, еще поедем выбирать себе подарок на годовщину, потому что мы планировали куда-то ехать на нашу годовщину. Но я понимаю... Не, мы можем и сейчас, в принципе, поехать на нашу годовщину, но не имеет смысла ехать сейчас, потому что Дан маленький, короче, будет все равно не так, как бы хотелось, потому что мы хотели оставить Дана с моими родителями, но я понимаю, ну, мы с Андреем уже не раз просто понимаем, что и обсуждали это, что, скорее всего, это нереалистично, потому что, ну они ночью не справятся. Он засыпает с грудью, и так бывает иногда ночью, что ему нужна грудь. Без груди он просыпается. Чисто молоко он вообще не любит, с бутылочки молоко. С бутылочки он воспринимает только водичку и чаек. Кефир вообще не воспринимает с бутылочки. Короче, с бутылочки он воспринимает только чай. Вот. И поэтому, скорее всего, мы никуда не поедем, потому что я понимаю, ну, никто не поспит, ни Дан не поспят, ни родители не поспят, ни мы не будем, вернее, и мы спокойными не будем, потому что я понимаю, что, ну, он еще очень маленький, чтобы его оставлять с бабушками, дедушками, да вообще, ну, даже с Андреем я не смогла бы оставить еще Дана, потому что ему нужна мама, которая, вот, например, сегодня было дежурство у Андрея, но Дану нужна была мама. Ему просто нужно было к моей груди. И Андрей пришел. Я позвала их, вернее, потому что они плакали рядышком. Я сходила на кухню, возвращается. Иди сюда, давай. Бегом. Дан. Иди сюда. Дан. Где он? Главное, Мика на контроле. Ты где был? Где ты был? Где был? Я тебя спрашиваю. Ну ты даешь. В общем, короче, они пришли. Дан просто взял 3 минуты мою грудь в рот. Он ее даже не смоктал. Он ее использовал чисто как пустушку. И успокоился, и они пошли дальше играть, да? Поэтому, в общем, завтра у нас много планов. Надеюсь, мы все успеем. Все, что запланировали сделать, вот. Встал сейчас. Что ты там делаешь? Тапок. Топать будем? Будем топать, да? Надо одеть тапки, чтобы потопать. Но сначала помыть попу надо. Фу! Кака! Фу, какая кака. Тут конкретная кака. Сейчас пойдем мыться. Где Дан? Где он? Где Дан? Ку-ку! Дан, ты где? Где Дан? Ку-ку! Как ты так все играла, а? Рассказывай. Да, мама снимает, да? Где Дан? Где Дан? Где он? Где Дануля? Где? Ку-ку! Господи, сколько любви в этом человеке красивом. Он только что пришел, взял двумя руками мою складку живота и укусил ее. А потом лег на нее и лежал на ней. Да? Да. А мы говорим да. Да. А еще мама уже по чуть-чуть проскакивает. Да? Мама уже проскакивает. Ну, еще прям четкого, прям. Не, было четкое. Четкое было.
но оно случайное. Четко так, чтобы именно он сказал мне мама, еще нет. Но он смотрит на меня и мэмэкает. Ты что, круги наматываешь? Да? Про тебя мама рассказывала? Да. И тебя. Про тебя? Человек с зеленым лбом. Это он бахнулся в вертолет. В самолет разбил чуть-чуть голову. Вот. Пару дней назад. Ой, у нас подгузник там лежит. Ну, ничего страшного. Ты решил меня удивить. Ну, уже это сделал. Ну, я не успела заснять. Ну, хватит резать, зачем ты это делаешь? Зайка! Я сегодня выставила свой маникюр, отметила в Инстаграм, отметила девочек, которыми я вдохновилась. И мне одна... А? Я не тебя отметила? Да. Нет, не отметили, а ответили. А ответили? Одна, да. А вторая? Нет. Ну, одна миллион, а вторая меньше. Ответила та, которая меньше? Да. Напиши, зазналась, не отвечаешь. Каждый. Сколько меньше? Не помню. Надо посмотреть. Блин, а у меня большое желание сделать Андрею маникюр, наращивать и покрытие. Или уже себе стирать и снова делать. Что делать, ребят? Как жить? Господи, не могу налюбоваться. Прям обалдеть. Какая у тебя жена молодец. Ты видел, видел? Да, да. Ты еще гривен сэкономила, между прочим. Я просто как увидела, что наращивание... Ну, думала, записаться, может быть, на наращивание для того, чтобы вживую увидеть, как это происходит. Так я начинаю искать минимальное наращивание ногтей. Нашла 1000 гривен за 10 штук. Охренеть, девочки, вы... Действительно, тратите такие деньги на ногти? Тысяча гривен. Ну, 1000 гривен это достаточно много для ногтей. Ну, окей, там, например, допустим, волосы, да, это там, типа, ну, это нормально. А, допустим, для лица все уходовые процедуры, так, это тоже нормально. Не делают себе самостоятельно. Что? Говорю, люди многие не делают себе маникюры самостоятельно. Ну да, я это понимаю. Так вот я задаюсь вопросом, они что, по 1000 гривен раз в месяц тратят? Чисто только на наращивание, знаешь, покрытие и еще кутикула, это еще 350-400 гривен. Почему бы и нет? А еще педикюр, знаешь, 650 гривен, просто покрытие с маникюр, ну, с педикюром. Девуш, да. Что ты от меня хочешь? Я в шоке. Ты видишь, какая у тебя жена экономная? Да вообще. Да ладно, но я делала когда-то себе маникюр. А муж вообще себе не делает маникюр и самое экономное. Делала себе маникюр когда-то, когда на свадьбу делала. Вот. И он был очень обалденный. Андрей до сих пор задает вопрос. А я уже все купила для того, чтобы повторить те розочки, которые его так впечатлили на свадьбе. Да? Да. Тебе понравился тот мой маникюр свадебный? Да. Блин. Ай-яй-яй. Скажи всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр. А что надо поставить? Поставить? Ставьте лайк. Лайк, большой парчик вверх. Мы вас любим очень нюхи. Всем спокойной ночи. Ты отшлепал мою ногу.